касается учебника. Надо танцевать для пищи, дело-то не в учебнике, а в количестве часов на преподавание истории в средней школе. Вот от чего танцевать-то надо. В советской школе на изучение истории отводили как минимум 4 часа, а то и 5 часов. А сейчас 2, в лучшем случае 3 часа. То есть практически в 2 раза меньше. То есть галопом по Европе. Вот от чего будет зависеть и содержание учебника, и его объем.